Все мы не раз наблюдали за тем, как автовладельцы оставляют своих железных коней не там, где это разрешено или допустимо, а там, где им удобно. И то, что их автомобиль при этом стоит на газоне, детской площадке, подъезде к мусорным бакам или проезде к подъезду, их абсолютно не волнует. Да и жаловаться на таких автовладельцев тяжело. Пока до указанного места доберутся надзорные органы, автомобиль уже уедет. Да и не каждый житель, даже если он возмущен, будет обращаться с жалобой в надзорные органы. Действующим законодательством запрещено размещать транспортные средства в неопределенных местах, в том числе на газонах, детских площадках. За это предусмотрена административная ответственность и административный штраф. В сегодняшнем случае то, что мы прошли и обнаружили транспортные средства, которые стоят непосредственно на участке с зелеными насаждениями, будет применена административная санкция. Собственники транспортных средств получат постановление по почте для оплаты административных штрафов. Инспекторы территориального отдела номер 25 Госавтотехнадзора в рамках планового осмотра состояния придомовых территорий побывали во дворе между домами 54 и 56 по проспекту Ленинского комсомола. Сотрудники службы провели рейд по выявлению неправильно припаркованных автомобилей. Жалобы периодически поступают от жителей. Поступают как с положительной, так и с отрицательной стороны. Собственники транспортных средств жалуются, что негде размещать им. Основное большинство народу жалуется на то, что просто уничтожается зеленая растительность. Конечно, требования законодательства выполнять необходимо. И собственники должны, в основном у многих транспортных средств есть места. То есть гаражи, где можно размещать, ну, в силу своей ленивости, либо еще каких-то факторов, транспортные средства устанавливаются непосредственно на мотоворотах и трех, в том числе на газонах. Весной чаще всего транспортные средства размещают на газонах. Если их собственники будут продолжать это делать, то в летний период от газонов ничего не останется. Все будет укатано. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Видное ТВ.